Привет, я расскажу, где найти гелеобразные мешочки. Смотри, мы стоим лицом к кораблю на нашей начальной спасательной капсуле. Нам нужно плыть на юго-запад. На компасе буквы юго-запад должны быть немного слева от центра. Я уже поставил метку, чтобы не проплыть мимо. Прыгаем в мотылек и плывем. Нужно осилить 1320 метров, поэтому запасись терпением. Следи за компасом и не отклоняйся от курса. Я советую оставлять для себя подсказки в видео ради маяков и подписывать их, например, мешочки или рубины. Справа будет один из больших осколков корабля, он и будет служить тебе ориентиром. Если сбился с курса, тебе помогут найти пещеру с рубинами – топтуны. Это те трехногие существа, которые ходят стадом по плато. Если найдешь их, найдешь и пещеру. Сразу со входа найдешь первый гелеобразный мешочек. Заплывай в пещеру и исследуй ее полностью. Здесь есть и большое количество рубинов. Второй мешочек. Третий мешочек. Четвертый мешочек. Пятый. Посмотри еще снаружи этой пещеры. Шестой мешочек. Удачи в твоих путешествиях!